35 за, трое воздержались. Депутаты Думы Югры сегодня проголосовали за предлагаемые поправки в Конституцию. Сегодня эта тема ключевая для всех региональных законодательных собраний в Российской Федерации. Если документ примут две трети этих органов, то далее заключение должен дать уже Конституционный суд. Напомню, вчера закон одобрил Совет Федерации сразу после принятия его в третьем чтении Государственной Думой. 22 апреля свое слово выскажут избиратели на общероссийском голосовании. Для Югры, например, особое значение имеет положение о гарантированном праве на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, а также на защиту и охрану государством культурной самобытности народов, гарантии прав коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, приобретает сейчас конституционный характер. Во время голосования воздержались представители КПРФ. Руководитель фракции Алексей Савинцев такое решение объяснил тем, что предложения коммунистов в конечный вариант законопроектов не попали, в отличие, например, от инициатив ЛДПР. Фракция ЛДПР законопроект поддерживает, так как в основной закон также войдут и поправки, которые предлагала наша партия, то есть ЛДПР. Много вопросов, которые очень сильно отражают специфику нашего региона. Это в первую очередь сохранение уникальной природы. То, что нас сильно заботит сегодня и действительно является той проблемой, которую законодательно закрепить в основном законе, это лишь обострить ту значимость, статус вопроса, который существует.